Всем привет! Меня зовут Наташа. И недавно, на днях, у меня был абсолютно фантастический шопинг с двумя прекрасными девушками, Настей и Женей. Вот, мы ходили по магазинам, и у меня теперь есть новый гардероб. Начнем с того, что я в полном восторге, потому что до этого гардероба у меня не было. Была какой-то набор бессвязной одежды, с которой непонятно было, что делать и как ее носить. И когда я обратилась к Насте, нашла ее где-то в интернете, там, почитала отзывы, где-то на форумах, кто-то пишет, как здорово. Я написала первый раз ВКонтакте, это было достаточно давно, где-то полгода назад, но тогда совсем еще я не созрела, видимо. Тут пришло лето, понятно стало, что нечего носить, и вот мы договорились с Настей, что пойдем на шопинг. Первое, что меня удивило, это цена вопроса, которая невелика. Оказывается, что за вполне приемлемые деньги можно хорошо составить полноценный гардероб. Это первое. Второе, то, что чего я никогда бы сама без девочек не сделала, это я никогда не выбрала бы такие вещи. Мы зашли в первый магазин с Женей, и она мне сказала, иди выбирай сама, и пошла выбирать для меня что-то. И когда мы встретились, набор вещей наших отличался кардинально. Я никогда бы не обратила внимания на те вещи, которые выбрала она для меня. И в итоге они мне понравились, и в итоге я себя как-то по-другому ощутила, одев все то, что мне предложили. Из моих вещей мы не взяли ничего, одни брючки, и все. Вот, и поэтому это, конечно, круто, потому что, собственно, для этого и обращаются к ним, чтобы что-то стало по-другому в себе, в гардеробе и так далее. Так что теперь у меня есть гардероб, у меня есть... А еще самое, что здоровское мне очень понравилось в самой концепции работы, то, что помимо одежды я получаю... еще и набор из луков, то есть как это все сочетать. И в моем случае, купив не так много одежды, не огромное там количество, 4 юбки, 3 брюк, 2 платья, я получила в итоге 225 комплектов, и теперь я могу больше чем полгода вообще не думать о том, что мне одеть, а открывать, смотреть и надевать, собственно. И это, конечно, очень здорово, потому что иногда впадаешь в ступор, глядя в свой шкаф, и не знаешь, что найти. Вот, поэтому теперь я хожу по улице, и мне кажется, что все люди должны пойти к Насте и Жене, все должны с ними походить по магазинам, потому что это очень-очень здорово. Вот, поэтому я в полном восторге. И, девочки, вам огромнейшее спасибо!